Доброе время суток, уважаемые моделисты! Позвольте вам представить обзор содержимого коробки, новинки от фирмы «Звезда». Российская атомная подводная лодка проекта «Борей». Юрий Долгорукий. Модель выпущена в 350-м масштабе. Давайте посмотрим, что находится здесь внутри. Итак, уважаемые друзья, новинка от фирмы «Звезда». Подводная лодка проекта «Борей». Атомная подводная лодка Юрий Долгорукий, 350-й масштаб. Это у нас, как сказал, российская атомная подводная лодка 4-го поколения. Головной корабль проекта 955 «Борей». Назван в честь князя Юрия Владимировича Долгорукого. Спуск на воду данной подводной лодки произошел 12 февраля 2008 года. Разработчик ЦКБ МТ «Рубин». Экипаж 107 человека. Стоимость примерная в рублях 23 миллиарда. Не модели, а, соответственно, прототипа, естественно. Предельная глубина погружения 450 метров. И автономность плавания около 90 суток. На обратной стороне коробки мы видим описание прототипа на двух языках. Как я уже сказал, что масштаб 1 к ТРСам 50, количество деталей модели 98, и длина собранной модели будет 48,6 сантиметра. Артикул модели 9061. Ну и давайте посмотрим, что находится внутри. Начнем с ледников. Ледники стоит штамм 2017 год. У фирмы «Звезда» есть уже атомная подводка данного проекта Владимира Мономах. Кстати, у нас на канале есть даже сборка данной подводной лодки. Лично я ее собирал. Так что можете посмотреть, кому будет интересно. Собирается модель очень легко, очень интересно. И на выходе она получается реально красивая. Даже не для любителей вообще подводной и надводных машин, кораблей. Просто для, ну, может быть, интереса, может быть, для смены, для разнообразия сборки. Всего в набор идет 4 ледника, корпус отдельно вынесен на один ледник, верх корпуса. Не тяжелая в сборке модель абсолютно, я бы рекомендовал также детям собрать ее. Действительно очень интересно, количество деталей небольшое, ну, за 2-3 дня, думаю, так не спеша, можно собрать модель целиком. В наборе присутствует такая вот подставка. Присутствует декаль. Название подводной лодки Юрий Долгорукий на двух языках. На английском и на русском. Это делается в виде таблички, вот сюда приклеивается. Подставочку можно раскрасить, я бы так советовал, она более жизненно смотрится. И инструкция. Лист А3. Краткое описание прототипа дублируется и в инструкции на двух языках. Здесь два варианта. Вы можете выбрать два варианта: собрать модель либо в надводном положении, либо в подводном положении. И сборка на обороте инструкции. Как я уже сказал, все очень просто, очень подробно, хорошая инструкция. Здесь мы видим содержимое набора и нанесение декалей, что и куда. Краски, которые необходимы при окрасе данной модели, данные под фирму «Звезда» и под фирму «Хамбро». Повторю, что артикул модели 9061, фирма «Звезда», 350-й масштаб. Приобрести данную модель вы можете уже сейчас на нашем сайте i-modelist.ru. А я вам говорю спасибо за внимание, увидимся, обязательно услышимся. Пока-пока!